Друзья, всем доброе утро. С вами, как всегда, я, дядя Федор из Германии. Сегодня у нас четверг. На улице у нас, на пляже у нас жара. Температура 37 градусов показывает на столбе. Вон море спокойное такое, красивое. Паруса вон плавают, кораблики. Вернее, не кораблики, а доски вот эти. Люди берут на прокат и катаются на досках. Пляж у нас полностью, зонтики открытые, много народу лежит на пляже. Люди ходят вдоль побережья. Это у нас собачий штрат, собачий пляж. Я иду в обратную сторону. Тут я вам показывал пляж в сторону маяка, я шел. Теперь я иду в обратную сторону и покажу, что на этой стороне творится, что происходит. Здесь уже заканчивается собачий пляж, начинается такой, где без собак можно находиться, куда собакам вход запрещенный. Вот такие парусники красивые. Вот здесь выдают на прокат вот эти лодки с парусами, вернее не лодки, а эти доски, как они называются, выезжают, ну, для серфинга. Там паруса ставят. Хорошо? Кто умеет этими управлять, катаются там. Там вдалеке катер с парашютистами будет сейчас парашютистов запускать. Он парашют расправляет. Вот еще один собирается. Встал на доску и поплыл. Часа 85 евро, 5 часов 170 евро. Да, за удовольствие надо платить. Там ходит один, сумки продает, целыми днями ходит, сумки таскает по пляжу. А это виндсурфшуле, торнадо. Здесь у них эти доски, паруса, можно брать в аренду и кататься. Все.
все приспособление, что, все, что надо. Вот такие вот каноэ лодки. Практически einfach. Zu benutzen für die Kind komplettes Körpertraining auch auf flachem Wasser. Unterricht ab ersten Schritten. Ja. Курс, цена курса. Пойдем дальше, пройдемся, там дальше еще что. В аренду сдают катамараны. Вышка спасателей. Здесь стоят лодки, катамараны. Можно тоже арендовать, кататься в море. Педали крутить. Вот как раз один спустили на воду. И поплывут. Здесь уже больше людей купаются, чем у нас тут пляжи там. Посмотрим, сколько стоят вот эти лодки. Нет, здесь их парашютисты запускают. 1 час 18 евро. Нет. Парашютистов 71 человек, 72, 93, 110. Все эти пляжи здесь на протяжении всего побережья Бибионе. Начиная с Бибионе Пинеда и до самого маяка. Вот такой песчаный пляж. И в конце около маяка, конечно, уже еще не организовано полностью. А вот здесь оно все уже приватизировано. И пляжи относятся к отелям. Можно в отеле заселиться и на этом пляже отдыхать. Вот здесь сразу вот там желтое здание. Это наши апартаменты находятся. И вот наверху на крыше два балкона. Вот если отсюда смотреть, с левой стороны это наш балкон. И обзор с нашего балкона как раз выходит вот на это море. Красота необыкновенная.
сейчас сентябрь, а сезон здесь скоро закрывается. Но это самый такой сезон, как бархатный сезон, можно сказать. Очень хорошо здесь отдыхается на море. Все люди с детьми школьного возраста уже разъехались, остались всем только с малышами, и все взрослые, все. Поэтому, ну, можно сказать, еще у кого школа не началась, тоже здесь отдыхают, у детей тоже много. Волны идут, песок носит, поэтому вода такая серая. Дальше она уже чище, где дно не достает волны. Здесь опять лодки на прокате. Вон, плавают, лодки плавают на воде, привязанные. Вот такие вот катамараны. Там впереди, видать, палатка приехала, магазинчик с товарами продают прямо на пляже, и всякие вещи. Подойдем сейчас, посмотрим. Ну, в основном это такие аксессуары женские, одежда. Есть и вот шорты. Купаться хорошие. Все по 10 евро. Все товары 10 евро стоят. Вот такой магазинчик будет на пляже. Идем дальше. Здесь уже на первой линии
стоят отели. Там дальше стояли, где мы находимся, были апартаменты, здания. А здесь уже отели стоят. Все в основном пляжи относятся к этим отелям. Ну, конечно, могут и на любой вкус выбрать себе сами пляж, платить на него, оплачивать. Ну, каждый, если ты резервируешь комнату или место в отеле, ты получаешь тур-таксу, и там тоже входят пляжные гибюры, штрам-гибюры. Ты уже доплачиваешь не такую неполную сумму за этот пляж. Вот такие вот лодки тоже здесь с горками. Заплывешь и по горке будешь съезжать. Ну прямо очень много людей на пляже. Там впереди вообще тьма тьмущая, не пройдешь. В воде люди купаются, сколько много. Очень много людей. Так что, товарищи, мы попали в самый сезон. И вода теплая, ходишь его по воде. Вон парное молоко. Мелкие волняшки. Стоят лодки аренду с горками. Вот это вот интересно, здесь сколько местная. Впереди вышка, можно нырять с нее. Там впереди опять магазин. Мы сейчас свернем вот туда, к сторону. Здесь мы находимся. Здесь вон там дальше уже площадь Зенит. А по этой... От площади Зенита по той улице проходит центральная улица, и по ней можно выйти туда, в центр. Мы с задней стороны этого пляжа проходим теперь в обратную сторону. Здесь с левой стороны стоят отели различные. Сейчас 11:44, 7 сентября, 7-9 месяц, 31 градус вообще. Красота, тепло,
Когда ветра нету, хорошо. Но когда ветер, он этот песок гоняет. Пляжи все оборудованы душевыми, все туалетами и кабинками для переодевания. Все есть на этих пляжах. Все условия созданы. Также есть маленькие магазинчики с автоматами, где можно купить прохладительные напитки, где можно мороженое взять. Все здесь продумано, все оборудовано. Так что и везде вот такие вот клумбы стоят. Олеандр цветет. Я говорю, вот здесь он цветет. У меня на огороде почему-то не хочет цвести. Или он зиму не выдерживает нашу в Германии. Или что? Получается, что он весной. Мы его по новой должны оживлять. За все лето до осени он пускает зеленые листики маленькие, потом опять к зиме вздыхает. Ну да, видать, не климат. Здесь находится кафе, там находятся все туалеты, там разные подсобные помещения. Линия отелей вот здесь и заканчивается, и начинаются такие здания. Здесь квартиры сдаются в аренду, и также и мы арендуем вон в том желтом здании. Это помещение называется, дом называется Карина, и в этой Карине мы снимаем квартиру. Она на первой линии находится, рядом с пляжем, и до собачьего пляжа недалеко, и обзор красивый с балкона. Так что нам нравится. Перед нашим зданием, где мы живем, находится такая зеленая зона, сквер. Можно, видите, собачкой погулять. Там дальше идет, в сторону маяка идет парк. Ну, как парк, он такой, как дикий парк, он натуршуц это. Там все в таком виде, как должно быть. Площадка волейбольная, площадка вон футбольная для детей. Также есть курилки, чтобы на территории пляжа не курили, выходят сюда на курилку. Здесь находится небольшое кафе. Можно что-нибудь покушать, взять, выпить мороженое. Соки, напитки, пиво.
И вот такие круассаны. Также заказывать что-нибудь приготовить, покушать. Вот это серфинг-школа, которая серфингом выдают эти доски на прокат. Кататься с обратной стороны. Мы сейчас находимся с обратной стороны пляжа сзади. И идем в сторону своего собачьего пляжа. Здесь уже больше зеленой зоны такой. И этот парк, вернее лес, как сказать, он идет до самого маяка. Опять курилка такая стоит, душевая. Вот я уже сделал такой небольшой круг и опять вернулся к нашему собачьему пляжу. Такой обзорчик пляжей, хорошей погоды, моря красивого и солнца я вам показал. И на этом я с вами попрощаюсь на сегодня. Вам всем я желаю счастья, здоровья, удачи, мира во всем мире. И будьте навсегда на позитиве. Если кому-то понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписался. А я с вами на этом попрощаюсь. До свидания. Пока-пока.